В этом видео я расскажу про дизайн своей комнаты на старом хуторе. По фотографиям вы видите, как это было и что я сделал в первую очередь. То есть вот в таком виде эта большая кровать 2,40 на 2,30 простояла 8 лет. Но решил сделать новый ремонт. Первым делом я обнажил этот потолок, снял обшивку и появились вот эти балки. То есть стало красиво. Ну и решил сделать над кроватью изголовье и такие вот рамки. Я их делаю из МДФа тонкого, прикручиваю саморезами прямо к стене. Там внутри дерева же прикручивается легко и держится крепко. Останется это зашпаклевать и зачистить. Получатся такие равномерные планки, как единая часть. Но возникла проблема. Оказалось, что потолок сильно искривлен, чего сразу не было видно. И теперь, когда я делал рамки, надо было делать либо параллельно потолку, чтобы визуально смотрелось красиво, либо их сами кривыми сделать, ну тогда бы картина смотрелась криво. Ну, таким образом я сделал, что получается в нижней части расхождение. То есть справа меньше, а слева на сантиметра 3 выше. И если здесь делать обычное ровное изголовье, то будет видна эта кривизна. Здесь я экспериментирую с краской, взял цвет. Ну, в общем, для того, чтобы скрыть кривизну, я взял вот две такие доски и решил сделать асимметричное изголовье. Оно у меня должно скрасить полностью эту неровность. Сделал я очень просто, обычные две доски соединил, пока вот так по-черновому, грязно. Ну, мне главное сейчас придумать форму и примерить, посмотреть, что из этого будет получаться. Я делаю, в общем, без эскиза, придумываю на ходу, что отрезать, где прорезать. Но это, конечно, сложная задача, могло даже у меня не получиться, несмотря на то, что я великий художник и дизайнер, скажем так. Ну, то есть, имею хороший вкус художественный, и работа сложная, поэтому, если вы решите делать, лучше делайте сразу эскиз, можете даже где-нибудь скачать с интернета, это будет для вас проще и надежнее. Я и сам не был уверен, что у меня что-то получится из этого нормально. Но в результате получилось то, что мне понравилось. Вот так вот вырезаю понемножку по одной этой детали. Где-то отрезаю, где-то прорезаю. Ну и смотрю, как двигаться дальше. А использую вот такой вот лобзик. Этот лобзик имеет, ну не лобзик, а пилку. Пилка специальная, она короче и меньше по размеру, она специальная для фигурной резьбы. Если вы будете обычной пилкой резать, у вас особо ничего не получится. Ну, это вот первый результат получился. Стена уже покрашена. Кстати, вот в вечернее время она смотрится неплохо, а так с цветом не угадали. Возможно, буду менять. Я хотел цвет более темный и теплый. Он на образцах, кстати, такой и был. Но почему-то при замесе краски, в результате, когда краска легла на стену, она не такая. Хотя, говорят, все зависит от покрытия. Но здесь покрыты три основания. МДФ, штукатурка и дерево. Все три абсолютно одинаковые и все три не соответствуют образцу. Пока еще небрежно. Но мне главное сейчас примерить, посмотреть, что получится. Здесь уже чуть-чуть я обработал. В дневном свете вот такой цвет. Под одним углом он вообще какой-то серо-голубой даже. Но иногда он имеет немного такой тепловатый оттенок, более фиолетовый. Ну, в общем, результатом я доволен. Получится в конечном итоге неплохо. С первого раза получилось изголовье, в чем я был не уверен. Провода от фонариков, конечно, я запрячу. Ну, полностью не запрячу, но запущу вот вдоль этих рамок. Ну, это первый элемент только, которым я занялся при ремонте. Потолок также будет в такой же цвет выкрашен. Вероятно, и мебель в какой-то цвет покрашу. То есть я хочу, чтобы получилось два основных цвета. Темный, темно-серый и белый. Ну, результат вы увидите позже.